Два, я могу сказать. Шок-контент. Шок сейчас везде. Потрачено много, я считаю, что должен быть моральный. Забыто старое. Всегда актуально. Давайте за это тоже выпьем. За между первой и второй перерывчик небольшой. Просто обычное просто, да. Примирение. Да. А вот ты идешь в отказ? Ты в отказ идешь? Я ему говорю, да не нужен ты мне, да отстань. А он? Смотри, подкатывают. Они сидели сначала метр друг от друга. Ага. Сейчас полметра. А друзья наши время с пользой проводят. За французскими поцелуями, понимаете? Ну вот... Неправильно же людей, двух влюбленных, отвлекать. Или нужно было все-таки их к общественному труду приучать? Поцелуй, конечно, это хорошо, но мясо-то оно ждать не может.